بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد Я поздравляю вас всех в связи с днем рождения имама Рызы, восьмого имама непорочного семейства. Желаю, чтобы ради этого дня Аллах нас всех осчастливил зиаратом его могилы. И также на этот момент хотелось бы, вот недавно мне написали, донести слова поздравления Он сейчас находится в Иране, попросил донести до вас слова поздравления и пожелать вам всего наилучшего в этот день. И также попросил донести слова поздравления Хаджи Фамилю и всем мусульманам города Москвы в связи с 11-летием основания местной религиозной организации мусульман-шиитов, которая стала для нас местом, где мы собираемся и получаем возможность узнавать об Аллахе и нашей религии больше и больше. И с каждым днем у этой организации, у Исламского общества Москвы, становится, альхамдулиллах, больше и больше возможностей. И, иншаллах, они все больше будут расти. Хотелось бы несколько моментов затронуть. Не хочу много занимать у вас времени. Когда мы говорим о каком-либо имаме, будь то имам Али или будь то последний имам, которого мы ждем, всегда должен возникать в голове вопрос, что из жизни этого имама стало уроком лично для меня на всю жизнь? Что у этого имама в жизни примечательно? То, чего не было у других имамов. Этот вопрос мы постоянно задаем, и этот вопрос надо задавать и находить на него ответ. В случае имама Рызы, если у наших шиитов спросить, кто такой имам Рыза для вас? Скажите одно качество, которое у вас на голове. Большая часть ответит, как самое главное качество, то, что он был иноземцем, он был на чужой земле. То, что мы на азербайджанском языке говорим «гариб». Многие назовут это качество. Но разве это было самым важным в жизни имама Рызы? Нет. Некоторые ответят, что это ученый семейства пророка. Ученый семейство пророка, который доносил истину посредством науки. Тоже не самое полное определение того, что сделал имам Рыза. Потому что, безусловно, все имамы являются учеными. И если вы внимательно будете читать историю, вы сможете увидеть, что некоторые халифы употребляли это прозвище для того, чтобы принизить значение имама. То есть оставить его не только как руководителя исламской уммы, а как обычного ученого. И это не основной смысл. Разговор в том, что, внимательно изучив историю ислама, можно сказать, что имам Рыза – это первый имам, который смог в открытую сказать людям про имамат. Это очень важный момент. Помните встречу имама с учеными в сарае халифа, когда он разговаривал с представителями других религий, доносил истину исламской религии. И там он смог употребить понятие имамата. Имам Рыза обладал великой силой, но не менее большой силой обладал халиф того времени Харун ар-Рашид. Вы все его знаете. И этот халиф, это тот халиф, который мученически убил отца имама Рызы. Оба они обладали мощью, а когда на политической арене, на религиозной арене два человека обладают мощью, кто-то из них в итоге должен получить уважение народа. Это неизбежно. И однажды у Харуна Рашида спросили, разве ты не боишься имама Рызы, что он будет доносить истину про имамат, люди будут идти в сторону ислама? Он сказал, клянусь Богом, клянусь то, что я верю, он сказал, я больше не притронусь к этому семейству. Я поспособствовал убийству его отца, больше у меня с этим семейством дела не будет. И этот же вопрос задают самому имаму. О, имам, ты так в открытую проповедуешь про имамат, разве ты не боишься, что
Харун ар-Рашид сделать с тобой то же самое, что с его отцом? Знаете, имам что ответил на этот вопрос? Он сказал, пророк в свое время, когда ему говорили про Абу-Ляхаба, что он с тобой что-то сделает, пророк говорил, клянусь Аллахом, говорит, если он мне что-то сделает, я не ваш пророк. Точно так же ответил имам Раза. Он сказал, если Харун ар-Рашид сможет мне что-то сделать, тогда я не ваш имам. То есть с уверенностью и смелостью имам проповедовал на своем пути. И халиф, который был после Харун ар-Рашида, и с которым основная деятельность имама Разы была, это Маму. Он позвал имама Разу в свой дворец, думая, что он покажет народу, что он сотрудничает с имамом и возвысит степень имама до своего соратника. Но первым делом при всех имам, когда пришел во дворец, он сказал, что «О, халиф, разве ты думаешь, что твой этот поступок, приглашение меня во дворец, это означает то, что ты возвысил меня?» Нет. «Клянусь Аллахом, — говорит, — сидя на своей лошади, или если лошади нет, на осле в Медине, я могу написать бумагу, которая будет подчиняться весь исламский мир, и твой дворец, и твои старания ни к чему не нужны». То есть так смело он разговаривал с халифами. И в один из дней, когда имам был в пути, он доезжает до города Нишапур. В этом городе собрались десятки тысяч людей в руках с листками и с пишущими принадлежностями, ждали того, что имам Раза приедет и ценные слова донесет, они запишут и будут это учить. Но их ожидания не оправдались. Когда имам приехал в Нишапур, он остановил своего верблюда и сказал всего одно лишь слово. Он говорит, я Али ибн Муса. Передаю от своего отца Муса ибн Джафара. Он передает от Джафара ибн Мухаммада. Тот передает от Мухаммада ибн Али. Тот от Али ибн Хусейна. Имам Хусейн передает от своего брата имама Хасана. Имам Хасан передает от имама Али. Имам Али передает от пророка. Пророк от Джабраиля. Джабраиль от Аллаха. И передает следующую фразу. Калимату ля илляха илляллах хисни, фаман дахаля хисни амина мин азаб. Нет Бога, кроме Аллаха, эта фраза является моей крепостью. И каждый, кто войдет в эту крепость, будет освобожден и спасен от наказания Всевышнего Аллаха. И на этом имам остановился. Народ недоразумевает, народ в шоке. Мы с листками ждем, а он нам сказал то же самое, что и сказал сам пророк. Ничего ценного мы из этого не услышали, ничего нового не узнали. А они между собой, люди в то время знающие, начали говорить, что пророк тоже в свое время говорил «Гулю ля илляха илляллах туфляху». «Скажите, нет божества, кроме Аллаха, и спаситесь». То есть ничего нового они не узнали. И после того, как вот эта пауза произошла, люди об этом подумали, верблюд имама Разы тронулся, имам Раза продолжил одной фразой. «Бишартиха вашурутиха». Но это имеет условие. Какое условие? «Ва ана мин шурутиха». Я являюсь этим условием. Это первый хадис в исламском хадисоведении, которым полностью в открытую говорится, что имамат является условием таухида. Да, может возникнуть вопрос, как имамат является условием таухида, каким образом? Не в том понятии, что таухид без имамата не существует. Нет. Правильное понимание таухида зависит от нахождения человека на пути имамата. И в этом плане имам Раза был первым человеком, который сказал про это. Вроде бы простой хадис. В двух словах, но имеет великий смысл и великий урок для всех времен. Но здесь возникает вопрос, тогда почему другие имамы это не сказали, а сказал только имам Раза? Скажу одним моментом из истории, когда в один из дней сидели имам Хусейн и ибн Аббас, один из передатчиков хадисов, задают общий вопрос, входит один человек, задает общий вопрос, имам Хусейн хочет начать отвечать, но тот его останавливает, говорит, я не к тебе обратился, я обратился к ибн Аббасу. В то время до имама Разы народ и мысль народа не была готова к пониманию имамата. Только во время имама Разы народ немного созрел и начал понимать имамат. Вы никогда не обращали внимания, когда читали про имама Хусейна и про день Ашура, почему он ни один раз не сказал, что я ваш имам?
Он сказал: «Я подобный пророку, я внук пророка, я сын Али, я сын Фатимы», но ни один раз не сказал имам, потому что в то время это слово среди народа не было наделено смыслом. Это очень важный момент. Народ не был готов. Почему все всегда имели проблемы с пророками? Потому что они говорили: «Иттагулла ва атиуни». Если бы была только первая часть «подчиняйтесь Аллаху», никто бы с пророками дела не имел. Но пророки говорят еще: «и подчиняйтесь мне, чтобы правильно познать Аллаха». Вот эта фраза всегда возникала, вот эта фраза всегда порождала вопросы среди людей и заставляла людей идти против пророков. Из этого есть много уроков. Из встречи имама Розе с представителями других религий, это мы находимся с вами в Российской Федерации, это важный урок, как общаться с представителями других религий. Эмоционально как общаться, какие доводы приводить, это один из важнейших моментов. То, что имам Роза десяткам тысяч людей обращается тем, что «я являюсь условием», то есть «я, имам, являюсь условием единобожия», это дает нам посыл того, что для того, чтобы изучать единобожие и познавать его, нам нужно изучать имамат. Это был момент, который я хотел до вас донести о жизни имама Розе. И буквально 2 минуты скажу об одном из его чудес. Не помню, по-моему, в этой Хусейне это чудо тоже рассказывалось, но на прошлой неделе я лично поговорил с этим человеком и удостоверился. Ему где-то сейчас 50 лет, он прошел всю Ирано-Иракскую войну в Иране, но, к сожалению, в последние годы войны получил ранение от химического оружия. Химическое оружие подействовало на его тело, и после того, как он вернулся с войны, он лечился долго. Есть больница специальная в Тегеране, проходил там химиотерапию. Лечился, и все дошло до того момента, что у него начался рак горла. Год он пролежал в больнице, и через год ему сказали доктора: «Все, иди доживай свои последние дни, мы уже ничего сделать не можем». А в то время один из наших учителей вместе с ним возвращался в город Ардабиль, провел его домой и ждал вести о том, что он умрет, потому что действительно оставалось несколько дней. Но через несколько дней нашему учителю звонит один человек. Абсолютно молодой голос, как будто говорит 20-летний человек. Он говорит: «А, ты меня узнал?» Он думал, говорит: «Может быть, кто-то из студентов, кто-то из знакомых». Знакомый голос, но не может узнать, кто. Нет, не узнал. Он сказал: «Я тот-то человек». Учитель удивился, говорит: «Я же несколько дней назад тебя проводил, и ты вообще не мог говорить». Он говорит: «Вот случилось со мной такое чудо, и я первым позвонил тебе рассказать. После того, как ты провел меня домой, я понял, что все, надежды у меня нет. Я собрал свои вещи, поехал в Машхад к имаму Роза и упал на колени и с единственной оставшейся надеждой обратился к имаму Роза, чтобы он решил мою проблему и помог мне в этом деле. И после этого Аллах посредством имама Розы одаривает этого человека здоровьем, и у 50-летнего человека голос, как у 20-летнего». Я сначала не поверил, думал, ну, написали для того, чтобы люди больше обращали внимание. Нет, эти ситуации действительно есть. Сейчас такая эпоха, что люди пытаются принизить значение зиарата непорочных. Нет, зиарат непорочных – это то место, которое может дать нам все. И не только зиарат имама Розы. Вот вы слышали, что говорил Аллама Табатабай? Он говорит: все великие люди, которые чего-то достигли, они достигли этого либо на зиарате имама Хусейна, либо посредством тавассуля ему. Это имеет действительно великое значение, и из всех этих моментов нам нужно извлекать урок. Иншаллах, мы желаем от Всевышнего Аллаха, чтобы ради этого дня Аллах осчастливил всех нас возможностью посетить Машхад и быть до конца на истинном пути. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.